течение 3 дней в селе Зоркальцево не смолкает стук топоров и звук других плотницких инструментов. В этом году плотникам и столярам приходится работать в суровых погодных условиях. Однако дождь, зарядивший на весь день, не помеха ни участникам конкурса, ни зрителям. В течение 3 дней плотницкие бригады должны изготовить кукольные домики. И вот здесь, кроме умения работать топором, нужен еще и творческий подход, способный удивить жюри и публику. У каждой команды он свой. Хочется показать, что все-таки топором можно работать и нужно. Возрождение традиций – это вот здесь, в душе. Поэтому мы пытаемся сделать образ. Мы не стараемся выровнять бревно, не стараемся его там как-то там откалибровать. Мы хотим сделать избушку бабки-ёшки. В этом году праздник топора стал действительно международным. Впервые к нам приехала команда из Финляндии. И сразу же привлекла к себе большое внимание. Ведь эта команда состоит из 2 женщин-скульпторов – Майи Хеласвуа и Нори Топпер. Их конкурсная работа также не похожа на другие и несет свой национальный колорит. В производстве кукольного домика мы используем мотивы финской деревни. Летом то помещение, в котором мы храним сено, его стены должны продуваться, чтобы там все просыхало. Поэтому наш домик такой, с элементами финского стиля. Кроме финских гостей, пожаловали на праздник топора и польские. Мэр города Белостока поделился своими впечатлениями от увиденного. Для этих стран это очень важно, потому что вокруг лес и... Я так подумал, как раньше, в 40-х годах, приезжали здесь поляки, и им надо было построить дома, что это очень важно. С каждым годом праздник топора набирает обороты, а количество мастеров, желающих продемонстрировать свое творчество, неуклонно растет. Праздник топора настоящий в Томске. Есть, правда, в Архангельске, ну это уже европейская часть, да, Вологда тоже. Те, кто славен, значит, традициями топора. И теперь думаю, что мы через несколько лет будем вообще лучшими в мире по топору. Даже карандаш можно топором построить. Когда побриться можно. Наталья Черткова, Юрий Дахов. Вести Томск. События недели.